В описаниях пиров и обедов царей с князьями и прочими аристократами наряду с осетриной частенько упоминается белорыбица. Балык этой рыбы, ботвинья с ней, были желанными гостями на столах гурманов. Она занимала важное место в питании жителей Российской империи. Белорыбица потому и белорыбица, что мясо ее белого цвета очень вкусное и питательное, исключительно нежное и жирное. Деликатес из деликатесов по своей ценности находится сразу за осетрами. Белорыбица обладает массой полезных свойств. В ней содержатся жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови. Эту рыбу можно людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Она помогает при заболеваниях щитовидки, а также невероятно вкусная. Продукт действительно считается очень полезным для людей с заболеваниями щитовидной железы, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, костей и суставов. Детям рекомендуют добавлять в рацион для профилактики рахита, беременным как источник полиненасыщенных жирных кислот и витаминов, которые способствуют правильному формированию нервной системы плода. Тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, врачи также рекомендуют мясо белорыбицы. Рыба хотя и жирная, но малокалорийная. При этом содержание белка очень высоко. Кладезь витаминов эта рыба еще и обладает неповторимыми вкусовыми качествами. А вот отыскать ее на прилавках совсем непросто. Это большая редкость. Потому многие из покупателей и пробуют ее впервые благодаря выставке продажи. Качество. Очень вкусная продукция. Всегда хорошего качества, свежая. Даже в жару никогда на плохую продукцию не попадала. Нравится, я красную рыбу всегда беру. В общем, каждый приезд, я всегда здесь. Вкуснятина! Да? Да. Как вы пробовали, какая больше всего понравилась? Вот, белорыбица. 3 года служила на Камчатке с мужем. Сама делала, он мне вот такие рыбы приносил, ходил на рыбалку. И, в общем, короче говоря, и покупала эту продукцию, и знаю, что лучше камчатской продукции нету. На выставке продажи икра и рыба камчатская – разнообразие выбора. Это и кижу, чинерка, и чевыча, и белорыбица, рыба горячего и холодного копчения, без заморозки, а также красная икра высочайшего качества. Возле торгового центра «Премьер». Продлится продажа до 10 сентября включительно.